Добрый день. Сегодня у нас очередная безликая коробочка от Улан-Улан, в которой достаточно интересная головоломка. Никаких познавательных знаков, как обычно. Мятая, потрепанная. Открываем. И без инструкций, дополнительных каких-то приспособлений, сразу головоломка. Это 12-гранник, и каждая грань одинаковая, это ромб. Название головоломки — 12 Axis Rhombic Dodecahedron. Также можно встретить название Face Turning Dodecahedron, то есть додекаэдр, у которого вращаются грани. Ну а если поискать более усердно, можно найти название Rua Puzzle, более короткое и не совсем понятное. Мне стало интересно, я решил разобраться, откуда это взялось. Понятно, что Лан-Лан могут быть не автором головоломки, а у кого-то просто это взять, с кем-то посотрудничать и создать совместно что-то такое, как было с Crazy Comet. Crazy Comet и Оскар. Что-то они там не сразу поделили, но вроде разобрались. Вот получилась интересная головоломка совместного производства. Здесь же никаких логотипов, кроме Лан-Лановского, нет. Но мне удалось найти видео Тони Фишера, в котором он разбирал эту головоломку на детали. Я этого делать не буду, оставлю ссылку на Тони Фишера. И под тем видео была ссылка на автора этой головоломки, которого зовут Мэтт Шепетт. И также была ссылочка на YouTube-канал этого Мэтта Шепетта. И там было видео 12-летней давности с такой же головоломкой. Ссылочку тоже оставлю, кому интересно, посмотрите. Rua Puzzle. Авторство Мэтт Шепетт. Конечно, конструкция чуть-чуть отличается, но смысл головоломки тот же. Я очень надеюсь, что здесь соблюдены все правила по производству, лицензии и прочее. Удивительно, что здесь нет дополнительного логотипчика, как на Crazy Comet. Но надеюсь, что все здесь хорошо. Изначально я этот пазл купил, думая, что он чем-то похож на FTO. Ну, октаэдрон, у которого вращаются грани. Как раз в то время я делал на него туториал. Это было лето 2019 года. И мне показалось, что они чем-то похожи, и я вместе с чем-то приобрел. Несколько месяцев этот декайдер у меня просто лежал, ждал своего часа. И вот, наконец, дождался, и я решил с ним разобраться. Изучив всю информацию, которую нашел, я понял, что это ShapeMod Curvicopter 3. Вот такой вот удивительной головоломки. Напомню, что тот же самый Crazy Comet — это ShapeMod Curvicopter Plus. Причем, если у Curvicopter вот здесь центры одноцветные, то у Crazy Comet аналог им вот эти элементы, и они имеют три цвета, соответственно, положение их важно, то есть Crazy Comet посложнее. Изначально я Crazy Comet тоже приобрел, не ведая, что это такое, вот половину его собрал, и дальше у меня не получалось, только потом я узнал про вот эти вот бабочки усложненные, и это научился собирать, а до этого все-таки руки не дошли. Давайте все-таки увидим связь Rua Puzzle и Curvicopter 3. Сделаем вот такой вот поворот на обеих головоломках. Посмотрим, что здесь вращается. Сразу бросаются в глаза вот эти одноцветные элементы. Их здесь три вокруг какого-то. Здесь есть такое же. Это вот желтые лепесточки вокруг желтого центра. Вот так они выглядят. На Rua они, получается, все разноцветные. А значит, это уже усложнено. И центр явно имеет ориентацию. Здесь он одноцветный. Дальше мы видим вот такие вот элементы. Две штучки. И зеркально вот эти. Понятно, что вот эти элементы равносильные вот этим трем лепесткам и центру красного цвета. Здесь вот эти элементы, трехцветные, как углы, они будут равносильны вот этим уголкам, либо совместно вот с этими лепестками, либо лепестки здесь скрыты. Пока не уверен, кто знает лучше, поправьте. Ну, то есть вот уголок и вот уголок.
И остается вот это вот ребро, оно здесь скрыто. То есть оно физически есть. Если на сдвиге мы посмотрим, оно торчит черненькое. Но на внешнюю часть головоломки оно не выходит. Это равносильно как у вертолета. Тоже коптер. Ребро есть, но оно тоже внутри. По сути, это с одной стороны усложненный Corvicopter 3, а с другой немного облегченный. Ну, то есть, в принципе, по сложности, наверное, что-то должно получиться похожее. Напомню, что Corvicopter 3 – это усложненная версия стандартной бабочки, которую также называют Corvicopter. Здесь есть возможности джамблинга, также и тут. Да? Но помимо стандартных возможностей обычной бабочки, здесь есть дополнительные разрезы, которые выделяют центр и вот эти лепесточки. И по сути, после сборки Corvicopter 3 как обычную бабочку, нужно еще собрать центры и собрать лепесточки. Я когда-то увлекся этой головоломкой и вывел алгоритмы для всех возможных случаев расположения лепестков в конце. Примерно вот так это выглядело. Собирался записывать туториал, но понятно, его нужно было записать исключительно после того, как я сниму бабочку. Бабочку нужно было снять после того, как я запишу туториал по вертолету. И в итоге я записал вертолет, очень долго его монтировал, получился видеоролик на 1.5 часа, в котором рассмотрены были абсолютно все ситуации, предложенные быстрые решения для OLL. Очень подробно я все сделал, и слегка утомили меня на тот момент коптер, да и смотрели этот туториал весьма неохотно. Понимая, что бабочка будет продолжительностью не меньше, я это дело немного отложил. Ну, а соответственно, не появился туториал и по Corvicopter 3. Ну, это все отступление, а вернемся к головоломке. По итогу, я пока не рискнул перемешать этот пазл и его собирать. Ну, посмотрим, как оно вращается. Я одну грань даже какую-то попробовал смазать. Некоторые вращаются полегче грани, некоторые потяжелее. То есть, по сути, мы вращаем вот эти вот ромбики. Здесь 12 цветов. И расположение у них как у Мегаминкса. То есть синий, голубой, фиолетовый должен быть розовый, либо бледно-фиолетовый. Какой-то салатовый зеленый, розовый, красный. Ну, по идее, здесь вместо розового должен быть оранжевый, белый, серый. Ну, почти как Мегаминкс. Оранжевый, желтый. Но на Мегаминксе желтый и бежевый. Но разобраться можно. Тем более на углах тут сразу видны позиции. То есть можно вращать на 180 градусов, и тогда форма меняться не будет. Также можно повернуть на 90 градусов, и с какой-то стороны, тут, наверное, не совсем 90, угол слегка другой, ну вот, на полоборота. И можно будет продолжить вращение вот такое. В итоге у нас получается джамблинг, который равносилен, ну, чему-то вот такому. То есть это не 90, это какой-то угол 60 градусов получается. Наверное, или 120, смотря с какой стороны смотреть. То есть сейчас мы сделали что-то вот такое. В бытность сборки Crazy Comet'а я на это как-то внимания не обращал. И вот половинку у меня удалось собрать интуитивно. Но здесь также. Вот он, ромбик. Можно повернуть на 180 градусов. Да? А можно повернуть частично. И повращать уже вот так. И джамблинг здесь особо-то не заметен. Да, но по идее это уже форма изменена. Ну, а интуитивно вот эту часть я как-то собрал. И вот так оно происходит и здесь. Все вернем на место. Вращение, ну, скажем, посредственное, но неплохое. То есть, я так понимаю, что оно разработается. Я попытался найти винт снаружи, чтобы настроить. Поэтому я и полез искать видео с разборками. То
То есть фотографии внутреннего строения я не нашел, но нашел вот видео Тони Фишера, который это все дело разобрал. И вот насколько мне показалось, не разбирая головоломку, добраться до винта будет проблематично. Поэтому разбирать-то мне не захотелось, я настраивать не стал. Думаю, разработается. И понятно, что эта головоломка непроста. Чтобы к ней приступать, нужно владеть, ну, по крайней мере, обычными коптерами. Там вертолет, бабочка, ну, желательно Корвикоптер 3. Но иметь какой-то серьезный опыт сборки головоломок. Это не та головоломка, которую стоит брать после 3х3. То есть вы там трешку, пирамидку, скюб научились собирать и захотелось чего-то особенного. Это не тот выбор. Также есть некоторые товарищи, которые, научившись собирать что-то совсем простое, купили Морфа Ауреолу и не могут собрать, ждут обучалки. Да, есть такие. Не самый лучший выбор. Лучше начинать с чего-то попроще. Но если вы уже искушенный собиратель головоломок, то это, видимо, для вас. Лично я пока эту головоломку отложу. Настроения для коптеров пока нет. Вернусь к ним чуть позже. Это очень непростые головоломки в плане того, чтобы объяснить все возможные ситуации на обучающем видео. То есть собрать-то можно в каких-то местах что-то где-то интуитивно покрутить. Но моя цель при записи обучающих видео рассмотреть именно все ситуации, которые есть. Поэтому и туториал на вертолет получился на 1.5 часа. Но зато там разобраны все ситуации. 1.5 часа, понятно, это уже смонтированного видео, а исходный файл там был раза в 2-3 больше, это точно. Интересная головоломка, не очень дорогая, на первый взгляд она как-то не кажется сложной, то есть можно подумать, что это очередной шейпмод 3х3 от OneLana. А оказывается, что нет, это шейпмод Курвикоптера под номером 3. Кстати, я не считаю Курвикоптер сложной головоломкой, то есть по сути это бабочка и еще два этапа. Этап с центрами интуитивный, этап с лепестками, вот этими Rex-центрами. Ну, конечно, посложнее, но достаточно одного алгоритма, чтобы медленно, но верно собрать его до конца. Вращается, кстати, для MF8 очень неплохо, да еще и в цветном пластике, что редкость для коптеров. По-моему, у меня нет ни одного коптера, кроме этого, в цветном пластике. Я очень рад, что компания OneLana находит пути к сотрудничеству с изобретателями головоломок и радует нас вот чем-то подобным. Недорого, достаточно качественно и интересно. На YouTube-канале изобретателя этой головоломки можно найти более сложную версию, называется Toru Puzzle. Там больше слоев, картинка, вот здесь кусочек видео вы сейчас видите. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.